Всем привет! Меня зовут Такира. Я в данный момент являюсь преподавателем в школе вокала драйв. Но не все бывает так сразу, и я хочу рассказать о том, что моя история началась именно здесь, в драйве. Я была победительницей «Учись бесплатно 2». И когда я пришла в драйв, я не имела особых больших данных глобальных, не особо больших знаний. Я была студенткой колледжа, я не могла оплатить себе этого обучения, хотя это было моей мечтой, и я очень этого хотела. Но вот так подвернулся случай свыше, что я случайно нашла страницу ВКонтакте, в тот же день пришла на бесплатное обучение, и в меня поверили и дали мне эту возможность. С того момента, как я выиграла бесплатное обучение, прошло всего лишь 2 года. За эти 2 года я научилась очень многому. Я стала успешной вокалисткой со своими авторскими сольными проектами, с кавер-проектами. И что самое главное, я стала преподавателем вокала. Я научилась не только использовать эти знания, которые были мне даны, но еще и передавать их другим. И я неоднократно говорю фразу о том, что в драйве мне дали мечту, реализовали ее, и теперь я дарю ее другим. Здесь я смогла научиться и найти свой путь, чего желаю каждому, кто приходит к музыке, кто приходит к нам, кто приходит ко всем преподавателям, ко мне, к другим, к Ирине Лещик-Третьяковой. В общем, приходите, мы вас ждем. В любом случае, я очень рада о том, что драйв случился со мной, как целая история, как целая эпоха в жизни, хоть и небольшая, длительностью пока что только 2 года. Я знаю о том, что это далеко не конец, и я думаю, что очень много людей могут найти здесь себя. Can you see that I'm bound and changed? I find my way.